Здесь есть кто-нибудь? О, черт, мне это не нравится. О, боже. Тварь меня укусила! Прыгун, в коллекторах полно этих тварей. Скорее выходи на свет. Где Мия? Потом. Нам нужно уходить. Да! Терпи, это пройдет. Держись! Вот ты где. Мы тебя искали. А что с этим? Кажись, подох. У него ничего нет. Пошли! Да нет у меня ключа, клянусь! Ключа! Я его уничтожил! Заставить его разговориться! Где же он? Говори! Ты спрятал ключ, парень! Не знаю, о чем ты говоришь. Пусти его. Ты хочешь, чтобы мы его отпустили, урод? Тогда заставь нас это сделать. Давай!
Кто это был? Нет времени. У меня в кармане. Я оставил тебе кое-что. Что это? Ключ доступа в ЭГМ. Миротворцы, они нашли его. Его нельзя потерять. Ты должен был сказать, что с моей сестрой. Где Мия? Иди в Рыбий глаз. Спроси там девушку по имени Луан. Отдай это ей. С этим и с ее помощью ты узнаешь. Ты все узнаешь. Понял? Береги его. Если Вальцем завладеет, весь город, все умрут. Вальц? Вальц здесь? Да. Они идут. Слышишь, ренегаты? Беги! Пойдем вместе. Возьми это. Пойдем. Какого хуя? Вот и наша заблудшая овечка. Но он не один. Мы это исправим. Прикончить его! Скоро я хлебну твоей крови. Еще сразу. Я тебе пиздюлей отсыплю. А ты не очень-то умный, а? Завязываю с баловством. Бросай, пока выигрываешь, мудосвор. Я рассчитываю. Получайся! Но он мне и нужен. Идиот, он убьет тебя, если найдет. Дело! Блять, идем к вентиляции. Быстрее, сюда, ты первый. Что ты делаешь? Вальц не должен получить ключ. Что? Выпусти! Рыбий глаз. Луан. Иди. Вот он, предатель! Привет, Дилан. Приветик. Пустите его. Почему ты предал меня? Это не твой ключ, ты не можешь. Где он? Здесь.
здесь. Но... Это конец. Прости. Становится туманно. Нет. Ты просто умираешь. Еще до падения мой дед разводил лошадей. Красивых, редких пород. Я их очень любил. Однажды его самый любимый жеребец поскользнулся и сломал ногу. Я думал, дедушка ему поможет. Но дед просто вытащил пистолет и вложил мне в руку. Он мне сказал, это для его же блага. И нажал моим пальцем на курок. Я плакал. Я желал смерти своему деду. Но прошли годы, и я понял. Нужно делать то, что должно. Ты не оставил мне выбора, друг мой. Здесь кто-то есть. Вентилятор! Взять его! Его нужно убить! Он со мной, ясно? Я же велел тебе никуда не ходить без меня. Ты что, забыл? Ты кто такой? Они тебя прикончат. Тише, не сейчас.
Яна! Ингибируй! Это еще что за хер? Скорее давай! Тащи их сюда! А, твою же мать! Ну ты и сволочь, скотина! Он шевелится. Хакон? Убей его, Хакон, убей его, пока я его не убила. О-о-о, расслабься, дыши. Похоже, не превратился. Похоже? Хакон, я не хочу, чтобы это было здесь. Ты снова с нами. Моргни, если слышишь. Голова. Ты чуть не превратился, но ультрафиолет и ингибиторы помогли. Ну, и бита тоже. Ты жив. Таким и оставайся. Этот парень чуть нас всех не убил, а ты с ним болтаешь? Девочки, спокойно. Они напуганы. Ты чуть не разнес их мастерскую. Нам пора. Можешь идти? Но я не понимаю, куда мы идем? В безопасное место. Мне нужно в рыбий глаз. В рыбий глаз? Без биомаркера туда не попасть. Что это за фигня? Биомаркер следит за развитием болезни в темноте. Это твой билет в город. Без него выйти на свет – это вроде лотереи. Ты не знаешь, когда превратишься. Тебе нужен биомаркер, а я знаю, где его найти. Пойдем. Спокойно, все под контролем. Все будет в порядке. Ты еще слаб. Подожди. Пей. Правда? А что дальше? Может, в ванной его искупать? Звучит неплохо, дамы, но в другой раз. Пошел ты, Хакон. Обожает меня. Почему ты помогаешь? Познакомимся получше и узнаем. Сначала ты. Откуда это у тебя? Не твое дело. А ты осторожный. Молодец, дольше проживешь. Ты настоящий пилигрим? Или украл этот значок? Я был пилигримом. Час до заката. Я не шучу, Хакон. Он не останется здесь на ночь. Вот, твое оружие и рация. Даже пилигриму это нужно. Давай, пойдем. А тут мило. Не будь как дома. Нам не нужен еще один жилец, особенно такой, который может ограбить нас во сне. Не все пилигримы – преступники. Угу. У вас здесь отличная мастерская. Собираете у Фэшки, верно? Ага. Тебе здесь не место. Хакон подставляет наши задницы. Ты оглох? Ты должен... Прости. Я тебя напугал, да? Стало полегче, как я тебя ударила. Мы квиты. Я Яна. Эйден, что это за место? Наш дом. Наша мастерская. Можно сказать, весь наш мир. Ты приветливее, чем она. Эй! Полегче. Сара не доверяет никому, кроме меня. А еще я дерусь лучше нее, поэтому могу позволить себе быть более открытой. Неплохо. Где рыбий глаз? Закусочная там, в центре, за свалкой химотходов. А, мне нужно туда. Жаль, единственная дорога туда через туннель.
Они охраняют ее как портал в ебучую Вальгаллу. Пройти почти невозможно. В этом я профи. Где туннель? Не так быстро, ковбой. Без биомаркера далеко не уйдешь. Ты угроза для всех. А ты уже видел, как жители Велидора реагируют на угрозы. Ты можешь мне помочь? Похоже, ты хорошо знаешь город. Я жил в этом городе еще до всего этого пиздеца. Я могу помочь. Но тебе нужен биомаркер. Без него тебе крышка. Откуда ты? Похоже, издалека. 2000 километров отсюда. Ничего себе! Как тебе удалось не заразиться? Легко. Не давал им себя укусить. Здесь все по-другому. Тут все зараженные. Слышал о Харане? Велидор тоже изолировали. Они построили стены, заперли нас внутри. Оказалось, это нас и спасло. А как ты достанешь биомаркер? Просто так их не достать. Если не знать нужных людей. А я их знаю. Пойдем. Да, кстати, я Хакон. Эйден. Приятно познакомиться, Эйден. Добро пожаловать в рай. Сюда! А ты хорошо двигаешься? Я был в армии. Спецназ? 7 лет. Мне даже нравилось. Потом перестало. За неподчинение меня занесли в черный список и закрыли мой счет. Я стал таксистом. Ой, как низко ты пал. Пошел ты. Зато я хорошо знаю город. Давай. Ты слишком слаб. Без ингибитора тебе конец. Разве в прошлый раз я не разнес все, что попалось мне на глаза? Так бывает в первый раз. Но потом уже лучше, если, конечно, выживешь. Лови! Хочешь сказать, я мог умереть? Если бы я не дал его тебе, ты бы и умер. Итак, почему ты мне помогаешь? Я знаю, что обычные люди боятся вас. Но один пилигрим спас мне жизнь. Я был пилигримом. Теперь я заражен. Путешествовать будет сложнее. Тогда добро пожаловать в новую жизнь, друг. Осмотри это место. Почти сундуки с сокровищами. Там бывают хорошие вещи. Проверь, я подожду. Люди многое прячут, если не успевают донести до убежища засветло. Что это? Кристаллы. Наверное, кто-то их здесь спрятал. Они образовались после того, как нас залили химикатами. Говорят, они замедляют заражение. Кто-то верит. Так ты их не собираешь? Конечно, собираю. Суеверные люди платят за них хорошие деньги, а я всегда рад заработать. Меня интересует один особый ящик. Пойдем, покажу тебе.
Давай, давай! Стой! Значит, у вас армия есть? Это миротворцы. Они с людьми также. Осторожнее с ними. Они охраняют туннель, который тебе нужен. Расскажи о них. Они считают себя защитниками порядка. Но они неплохо убивают зараженных, нужно это признать. Весьма эффективные убийцы. Ага, но их порядок имеет свою цену. Не забывай, или ты играешь по их правилам, или тебе конец. Их защита базара больше тянет на оккупацию. По пути сюда я встречал крутых парней, которые говорили о новом порядке. Но, кажется, я уже слышал о таком дерьме. Да, здесь то же самое. И миротворцы становятся все хуже. Я буду очень осторожен. Хорошо. Хотя это как повезет. Миротворцы — это проблема. Они уже достали жителей базара. А базар — это бочка с порохом, которому хватит и искры. Эй, так мы идем? Ты хотел мне что-то показать? Да, за мной. Открывай ящик. За это мы получим биомаркер. Блять. Воры. Постой. Нет, нет, оставь. Сломаешь замок и только все испортишь. Тут хватит на биомаркер. Откуда у тебя это? Я тут почти везде побывал, но давным-давно не видел работающего оборудования в ВГМ. Я кое-кого ищу, кое-кого важного. Эта штука поможет мне найти его. Но где ты его взял? Лучше тебе не знать. Поверь мне. Как скажешь. Блять, опоздали. План Б, бежим! Ты здесь? Все в порядке, в порядке. Нам нужен ультрафиолет. На базар. У нас получится. Со мной, быстро! Они близко. Быстрее! Сюда! К свету! Ты слышишь? Мы почти на месте. Еще немного. Открывай! Эй! Стой на свету! Хакон... Давай! Открывай же!
как он. Крикун близко. Биомаркеры. Нет времени. За нами гонится Крикун. Биомаркеры. Ты оглох. За нами... Я сказал биомаркеры. Лот. А его? Он со мной. Пусть покажет биомаркер. Сначала хотя бы впусти Пусть нас. Пусть покажет свой биомаркер. Как насчет электроники? Уёбок. Открывай! Ах ты кусок! Безопасно. Киллиан, это я. Открывай. Тут нет друзей, да? Киллиан, отвлеки их. Киллиан, Киллиан, блядь, открывай. Киллиан, чтоб ты утром споткнулся, а мой труп и сдох. Задержи их! Черт, их до хрена! Пусти меня! Мы справились. Сомневаюсь, что это все. Беда не приходит одна. Нам нужно внутрь. Я пытаюсь. Киллиан, я знаю, что ты там. Это последнее? Думаю, да. Помоги мне. О, нам пиздец. Черт, Киллиан! Ты бы еще подождал! Я бы так и сделал, но не хотелось утром отскребать твои кишки с порога. Они ушли, и ты иди. Ладно, хватит быть таким засранцем. Ты посмотри! Дед, это... Это редкость. Или пусти нас, или это будет еще большей редкостью. А это кто? Я Пилигрим. Ты здесь недавно, верно? Как ты проник в город? Я тебе все расскажу, только впусти нас. Однажды я ждал Пилигрима. Он должен был... Ладно, забудь, это не важно. Что ты задумал, Хакон, а? Я дал ему ингибитор, он выжил. Спятил? Ему нужен биомаркер. У меня нет. Врешь. Правда. Сукин сын. Значит, госпиталь. Надеялся этого избежать. В
Всегда ищешь путь полегче, да, Хакон? Мне нужна лишь уфешка. Я сейчас, подожди. Хакон, почему ты ему помогаешь? Помнишь, как мы помогали людям? Я? Конечно. А вот ты вряд ли. Давай, передохни под лампой. И не слушай этого кретина. Идиот. Помнишь, как мы помогали людям? Конечно, помню, засранец. Сраный таксист и мать Тереза в одном лице. Ты же умел готовить. Все говорили, что тебе надо заняться готовкой. Жить было бы проще. Никаких ночных бегунов, хаконов и никаких проблем. Но нет, тебе захотелось чего-то еще. Высшей цели, мать ее розеток. А ты мог бы просто готовить. Ты и Хакон, вы давно знакомы? Даже слишком. Он сказал, вы помогали людям? Мы вместе служили в спец, неважно. Это было очень давно. А что не так с этим ингибитором? Обычно люди от него умирают. Сильное средство. Большинство не выдерживает. Ну, я выжил. Я сказал большинство. Так что не волнуйся, только будь с ним осторожен. Биомаркеры. Почему их так трудно достать? Потому что это сложное устройство. Черт, фабрики, где их выпускали, закрыты уже многие годы. Биомаркеры привязаны к крови. После привязки их уже нельзя отвязать. Без них заражение протекает бесконтрольно. Как у тебя. Вот почему люди готовы отдать целое состояние за новый. Все деньги и кристаллы, что у них есть. К счастью, мы с Хаконом нашли место, где их еще можно делать. Где мне прилечь? Значит, ты только что попал в город. Что привело тебя сюда? Здесь не земля обетованная. Совсем. Мне нужно в рыбий глаз. И Хакон помогает тебе с этим? Вроде ты хороший парень, но послушай мой совет. Не сори доверием, как конфетти. Черт, откуда ты знаешь, что мне можно верить? Ладно, хватит болтать. Ложись спать. До утра все равно ничего не сделать. Очень смешно. У тебя получилось? Почти. Биомаркеры в госпитале ВГМ. Я скоро туда доберусь, но ты тоже мне там нужен. Скажи, куда идти? Встань спиной к двери Киллиана и иди прямо, не сворачивая. Держись, крыш, чтобы тебя не заметили крикуны. Знаю. Не хотелось бы с ними встречаться. Как ты вез туда свою вторую жену? Ни разу в жизни не гнал так быстро. Воды отошли на 3 месяца раньше. У тебя есть дети? Того спасти не удалось. А других я не знаю. Прости. Все в порядке.
Кому захочется, чтобы его дети жили в таком мире? Замок сломан. Не страшно. Ищи старый автобус. Автобус? В госпиталь врезался автобус и пробил стену. Ты можешь попасть внутрь через пролом. Раз туда никто не забрался, там могут быть маркеры. Я у главного входа. Я отметил безопасный маршрут. Жду тебя там. Эй, сюда. Большое здание, да? ВГМ получило несколько таких под мединследования. Когда настал этот пиздец, они набрали добровольцев для опытов. Платили им кучу денег. И что в результате? Куча дерьма. Еще немного. У нас мало времени, не отходи. Умеешь открывать замки? Конечно, ключом. А если у тебя нет ключа? Хакон, я прошел тысячи километров. Думаешь, меня остановит дверь? Ладно, просто спросил. В этой комнате есть все нужные инструменты, маэстро. Тут есть металл. Можно сделать отмычки. Отличная работа. Дело знаешь. У меня не было выбора. Мне пришлось этому научиться. Что за черт? Шуми.
Это плохая идея, Мия. С хорошей было бы не так весело. Что ты делаешь? Мия, только не на стене. Хватит болтать, дай мне руку. Эйден, все в порядке? Да. Точно? Поговори со мной. Это больница. Я уже был раньше в похожей. На объекте ВГМ? Их в городе несколько. Я кое-что вспоминаю. Я ищу свою сестру, Мию. Был такой человек по имени Вальц. Не знаю, в голове все перемешалось. Ты подавляешь воспоминания, как и я о своей третьей жене. Еще и эта инфекция. Не унывай. Мы найдем маркер и все выясним. Идем. Спасибо. Спящие красавицы. Ага. Нужно пройти мимо них. Если пригнешься и пойдешь медленно, они тебя не заметят. Подойдешь близко, и тебе конец. Ты это наверняка знаешь. Да, знаю. Мерзкая штука. Когда вирус вышел из-под контроля, ВГМ начала поливать город этим дерьмом. Круто помогло, да? Угу. Слушай, ты мне говорил об этом, как его там, Вальц? Да.
Почему ты его вспомнил? Потому что я помню, как он проводил какие-то эксперименты. Не только он их проводил. Было несколько таких городов, как Велидор, полностью отрезанных от остального мира. Многие работали над вакциной, Эйден. Но в мире слишком много мудаков. Ладно. Осторожно, он шатается. Давай. Вроде да. Можешь забраться? Конечно, секунду. Поторопись, у нас нет времени. Не выходит. Постой, у меня идея. Помнишь коктейль, которым я тебя угостил? В мастерской. Ингибиторы. Точно. Ты упал на первый этаж. Там внизу есть склад ВГМ. Ищи бело-зеленые ящики. Там должны быть ингибиторы. Примешь еще одну дозу, силы вернутся. Не шевелись, ты с ним не справишься. Я знаю, видел ублюдков.
если он найдет тебя, ты труп. Эйди! Эйден Шмейден, скорей! Идем на кухню! Съедим все мороженое, что от нас прячут. Я боюсь, Мия. И я тоже. И я младше. Не трусь, Эйди! Вдруг доктор увидит нас? Не увидит. И вообще, пусть сначала нас поймает. Идем! Не отставай! Не трусь, Эйди. Вколол ингибитор. Прекрасно. Возвращайся к лифту. Я жду. Как ты себя чувствуешь? Зараженным, но бодрым. А, это здорово. Я сожалею. Об этом. От имени всех шлюх, бандитов и придурков нарекаю тебя гражданином Велидора. Блять! Что? Ты сейчас превратишься! Быстрее на свет! Ты цел? Давай. Ты пропадала. Как ты себя чувствуешь? Зараженным, но бодрым. А, это здорово. Я сожалею. Об этом. От имени всех шлюх, бандитов и придурков нарекаю тебя гражданином Велидора. Блять! Что? Ты сейчас превратишься! Быстрее на свет! Беги! Шевелитесь!
Мерзлые твари! Пронесла. Что бы ты без меня делал, Пилигрим? Я не хотел быть Пилигримом. Просто так вышло. Я бродил по свету по другой причине. Я искал сестру. А что потом? Потом? Что будешь делать, когда найдешь сестру? Я еще не думал. Странно. Еще будет время, когда я найду ее. Когда найдешь ее. Ну, а у меня есть конкретный план. Ты похож на человека с конкретным планом. Я бы хотел жить у океана. Наверное, там бы все было проще. Всегда хотел научиться серфингу. Ты что, нашел кучу старых открыток? Не смейся над моими мечтами. Знаю одно, из города нужно выбираться. Он меня убивает. Прямо изнутри. Ты поможешь мне? До океана отсюда не близко. Мы оба зараженные, и люди не хотят жить рядом с пилигримами. Нахер людей, я тебе помогу с ними. А ты поможешь мне выжить в пути? Ты знаешь дороги, умеешь выживать в пустошах. Что скажешь? Мы прикроем друг друга. Как тебе план? Ладно, так и поступим. Прекрасно. По рукам. Ты не пожалеешь, Эйден, обещаю. Насчет твоей цели. Вот как обстоят дела. После убийства командира миротворцев они перекрыли дорогу в центр. Пытаются помешать сбежать убийце. Чтобы попасть в рыбий глаз, надо их перехитрить. Но я знаю, когда они меняют часовых, это наш шанс. Нужно собрать вещи для перехода. Я прикину наши шансы. А пока осмотрись, передохни. Пойдем, покажу кое-что.